Delicious. Okay? Бога на всі порції виграли вообще позиції. Блін, що це? Сейчас я перейдем по акцию. Просто пиздец. А пишешь, когда же пей? Да, балаган вообще сладкий. Что значит сладкий? Что такое? А? Балаган сладкий. Крем, у нас такой сладкий. А вот тогда я. Да, кто-то. А не обо мне. Не, что такое? Ему, кстати, с Ваньком Розовым дали кличку Александрову сладкий. Ну, как он мне говорил, еще год не играл. Никого там подавал, выиграл, Женя. Давал, Женя. О, Москва не сразу строилась. Балаган-то понятно, что здесь. Но неплохо играют. Все равно. Ну, он такой, мне кажется, все-таки балаган. Но он не стабильный. Просто очень такой, очень хитрый шпиль. Ну, хитрый игры такой вообще реально. А как ты лужу вообще бьешь? Это бутылка, она у меня крышка. Шпиль. Ты можешь продать. Я, ну, вот так. Наклоняю. Выиграть практически. Да. Типа Эдички, да, такой? Натур шпилер, да, такой? Типа кого? Эдички, Эдички. Эдуард Игровой, в стиле Эдуард Игровой. Все имеете в виду, что это ВКонтакте завтра будет? Не, 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 я видео не укладываю, не пизди. Не, Балаган кого-то выиграл, так что? Он и последних мест занял тоже, по-моему. Да. Ну, такой очень неровно играет, но хороший форме. Ну, тогда Аэрофлот Дорков выиграл тогда уже. Да, да. Лучше вас, но лучше. Он ДЕ, мне кажется, что да. Да, еще не забыл. ДЕ, ну как? Это тоже хорошо. Не знаю, скажи, я вообще плохо, да? Слон Е6. Нет, Слон Е6 отходил. Все равно придется в фишку. Ну хорошо, конь Е3 пошел. Что так получается? Ну не знаю, во-первых, конь Б, конь Б. Что? Конь Б, конь 4. Нет, ну не сразу, может. Мне казалось, что есть нет, то есть я то исследовал. Слон Е6? Нет, есть слон. А если закинулся, я слышал. Слон Е6 есть. Слон Е8, при помощи фигуры. Слон Е6, партия Шмана Фортиня. Нет, друзья, ну как? А вот это я в смысле, крамника не такие позиции играл. Ну что, крамник переводил в коней. То есть надо коней пока оставить, да? У меня есть такая партия. Классическая. Куда он успевает? Ну, можно успевать. Крамник шел конь в один, конь в два, конь в четыре, конь в три, конь в два, конь в три. Ой, крамник вот так есть, я катал, неоднократно пришел. Один. Саша, ну тебе не стыдно такое придумывать, а? Как бы мы про крамника, как вообще мне обсуждение. Че? Ты же путаешь, когда там другие ходы же были. И другие. Если я такая, ты перестановку сделал? Нет. Ну как, какой конь? Аж три конь. Ну ты его тащил коней. Саша. Вот, и тащим коней на C3, на зарин. Так, а видимо его катали просто, он еще хотел сделать, но его катали. В смысле, коня этого на D3, да, это на C4. Ну вот так и тащил и возил. Так я же не переделал. Нет, позиция может быть держится, но не равна. Совершенно точно, не равна. Хороших тихо не равна. Пешка Е5 слабая очень. Не, ну он играл на еще. Блин, надо более цвет слона. Ты что, не равный? Его раскатывал. Она не равная? Да, да. Там взорвался, взорвались все. Он еще делал там. Шел, конечно, 3. Ну, понятно, что экран не так ходил. Так и я так ходил. Он у тебя учился. Так. Так. Он засел на дашь еще так. Не, ну это ерунда. Не, слон D3. Не, может быть, там C3 все-таки надо пойти? C3 надо пойти? C3 надо пойти, я же C3. C3 надо пойти. Да не играют так конь C6, только D7. Ну тащим там коней, да? Потихонечку. Коней на тракторе. Не, не надо коня отдавать. Да надо, надо. Там почему все равно пешка D5? Слон не хороший. Такой же бейс, на два результата играет. Блин, а чем он не учился? Черный не выиграл. А либо белая цифра. А еще под B4? Я думаю, может еще полезно B4 просто. Нет, типа планки. Да нечего ему сделать. Чего? Так. Вот так, да. Слон на D6 ставит, ребята. Я шел на D6. Ну пошел так. Ну, конечно, C4, конечно. Пошел коню, Павел, конечно, C4, да? Можем, надо освобождать. Сразу, да, за спрос? Угу. Ну, а что, спрос, конечно? C4 можно играть. Может, конь 2, может, конь D2. Ну, надо думать, здесь надо как-то обрабатывать. Ну, потихонечку. Ну, конь 2, я не знаю. Я хочу уже, ладно, того, чтобы. Да, пишу. Ну, да, иди, все. Да, да. Зачем это надо? Ну, а так иначе конь D3 встанет. Зачем нам слон? Ну пусть стоит, как он. Нет, что? Так он снова что у тебя съем, дурак? У Дюна D6 нормально, плотно. Ну и что, он лучше коня D3 встанет? Он так куда пишет?